Блин. Вова, тискали руки перед собой. Папа. Ну это супер иллюзия. Слушайте, товарищи дорогие. Так долбануться здесь можно, наверное, да? А куда здесь идти дальше? Руки перед собой. Фу, здесь душно так. Оп, Кира, руки перед собой. Не, ну это супер иллюзия, ребята, это вообще, это космос. Папа, ты потерял. Это космос. Папа. Да подождите вы, дайте мне. Тихо, Кира, перед собой руки держи. А там... Тихо! Я полная дезориентация, если честно. Сюда. Куда, сюда идти? Слушай, он такой... Стекло, туда, прямо. Прямо. Вот это да. Я не ожидал. Вот это иллюзии. Куда, сюда? Да. А путь. А где вы на самом деле стоите? Вот он. Это выход уже, что ли? Да. Нет, еще. Слушай, а здесь так душно, на самом деле. Да. Пошли дальше. Слушай, ну ощущения необычные, да? В принципе, смысл понимаешь потом уже. Папа, либо иди за нами, либо руки впереди. Сюда. Папа. Сюда? Нет. Ну вот ты стоишь. Вот. А та это что? А там дальше что? А пути. Ты сейчас заблудишься. А пути. На самом деле лабиринт, что ли? Да. Может быть? Иди сюда. Вот выход на эту дверь. О! О, слушай, она придумала.